Киев, 28 июня 2018 года. Пьяный водитель автомобиля Mercedes 8505, двигаясь, выезжая на второстепенной дороге, протаранил бусик, который двигался по главной дороге. Водитель очень пьян. От драгера отказывается, находится сейчас в машине. Вот Mercedes, тормозной путь микроавтобуса мы видим. И бусик остановился немножко дальше. Подбитая передняя правая сторона. Товарищ водитель, я прошу прощения, могли бы пару слов подсказать, что случилось тут, почему вы в аварию попали? А? Не были за рулем? А, все, понял, спасибо, извините. А водитель на месте? Понял, спасибо. Если не против, могли бы пару слов подсказать, как авария случилась? Вам никогда. А нам это кому никогда? Ну вы вживали какие-то напои алкогольные? Все, спасибо большое. Уважаемые читатели, всем добрый день. Мы работаем в Киеве. Сейчас на серьезном ДТП на Лобановского Головка. Здесь на перекрестке столкнулись два автомобиля. Предварительно пьяный водитель автомобиля Mercedes, который попал в наш чат незадолго до этого. Была ориентировка, что он пьяный на Севастопольской площади протаранил бусик, который вот сзади стоит за кадром сейчас за головой. К счастью, обошлось без пострадавших. От теста, к сожалению, водитель отказался.